Нам еще ехать 5 часов. 5 часов отчаянной скуки. Лебедь сидит на яйцах 41 день. Езда на железных дорогах однообразна, чем утомляет пассажиров. А самое главное, железные дороги невыносимо дорого стоят. Вы подумайте, какой-то билет стоит 12 рублей. Вы знаете, я уже не говорю о плацкарте. Главное, что скучно. Вам скучно, господа? А я знаю, от чего происходит скука. От того, что вы все не те, кем кажетесь. А это ужасно скучно. То есть как не те? Мы вовсе те. Мы все не те, кем кажемся. Вот вы, кто такой? Я представитель компании Эванс и Крумбель. Сукна, трико, мазеи. Я так и знал, что вы придумаете что-нибудь самое нелепое. Но зачем же вы врете себе и другим? Ведь вы кардинал при папском дворе в Ватикане. И нарочно скрываетесь под личиной какого-то Крумбеля. Ватикан? Какой Ватикан? Я Ватикан. Не Ватикан, а кардинал. Не притворяйтесь дураком. Вы одна из умнейших и хитрейших личностей современности. Я слышал кое-что о вас. Извините, но эти шутки мне не надо. Джузеппе! Ты меня не обманешь. И вместо этих разговоров я бы хотел услышать что-нибудь о Ватикане, о тамошних порядках и о твоих успехах среди набожных, знатных итальянок. Да отпустите меня! Да что такое? Не надо кричать. Здесь дама. Джузеппе, я человек придобрый. Но если возле меня сидит притворщик, то я этого не переношу. Господа, господа, я не сделаю вам ничего дурного. Я просто требую, чтобы этот человек признался, кто он такой. Я Сандомирский. Лжешь, Джузеппе, ты кардинал. Джузеппе, ну, вы видите, с кем вы имеете дело. Скажите ему, что вы кардинал. Ну, что вам стоит? Что вы в самом деле? Ну, я же не кардинал. Вы знаете, он стесняется сказать, что он кардинал. Но, вероятно, он кардинал. Не правда ли? Вы не находите? В его лице есть! Есть! Но стоит ли волноваться из-за этого? Ну, так пусть он скажет! Хорошо. Я кардинал. Вот. Видите? Я же говорил, все люди не те, кем кажутся. Благословите меня, ваше преподобие. А при чем тут смех? Извините, позвольте мне, господин, на минуточку выйти. Нет, я вас не пущу. Я хочу, чтобы вы рассказали нам
о какой-нибудь забавной интрижке с вашими прихожанками. Послушайте, ну какие прихожанки? Ну какие могут быть Ну были интрижки. Ну стоит ли об этом говорить? Говорите. А вы уберите ваш пистолет. Тогда расскажу. Ну, что вам рассказать? Однажды в меня влюбилась одна итальянская дама. Графиня? Графиня? Графиня. Вася говорит, я вас так люблю, что ужас. Целовались. Ужасно глупый роман. Ваши соседи выслушали его без малейшего интереса. И если у папы все кардиналы такие, я ему не завидую. Господи, да пение же! Вы думаете, мы не догадались, что вы знаменитый баритон, пожинавший такие лавры в столицах? Вы ошиблись. Я чиновник Четвероруков. А это моя жена Симочка. Кардинал, как ты думаешь, кто это, чиновник или знаменитый баритон? Ну, наверное, баритон? Вот видите, устами кардиналов глаголит истина. Спойте что-нибудь, маэстро, я вас умоляю. Я не умею. У меня голос противный, скрипучий. Уверяю вас... Скромность истинного таланта. Я не умею. Прошу вас, спойте. Прошу вас, я не умею... Уверяю вас. Спойте, прошу вас. Надежды луч проглянет на мгновенье. И снова ночь. Вокруг черным черно. Я знала вас до своего рождения. А вам меня... Вам меня узнать не суждено. Хорошо поете. 1006 получаете. Нет, господа, что там ни говори, а пение и музыка смягчают нервы. Не правда ли, кардинал? Еще как. Вот видите, господа, как только вы перестали притворяться и стали сами собою, как настроение ваше улучшилось, и скуки как не бывало. Ведь вы не скучаете. Ну что вы, какая уж тут скука. Сплошное веселье. Я замечаю, сударыня, что и ваше личико изменило свое выражение. Самое ужасное в жизни, господа, это фальшь и притворство. Но если смело, решительно за это взяться, все фальшивое и притворное рассеется. Ведь вы, сударыня, вероятно, считали раньше этого господина чиновником, а этого коммивояжером. Считали, быть может, всю жизнь. А я в два приема снял с них личину, и один оказался кардиналом, а второй – баритоном. Не правда ли, кардинал? Вы говорите, как какая-нибудь книга. Но самое ужасное, что ложь во всем. Она окружает нас с пеленок, преследует на каждом шагу. Мы дышим ею, носим на своем лице, на теле. Вот вы, сударыня, на вас надето это черное платье, корсет, ботинки с высокими каблучками. Я ненавижу все лживое и притворное. Осмелюсь почтительнейше просить вас, снимите платье. Оно скрывает прекраснейшее, что есть в природе, тело.
Ведь ваш муж ничего не будет иметь против. Я? Я ничего. Я тоже люблю красоту. Немножко раздеться можно. Я тоже люблю красоту. Да, я люблю красоту и ненавижу трусость. Я для вас разденусь. Симочка. Симочка. Только прикажите вашему кардиналу отвернуться. Симочка. Симочка, ты немножко... Отстань. Без тебя знаю. Симочка. Симочка. Кардинал, да, тебе как лицу духовному нельзя смотреть на сцену сцен. Закройся газету. Давай поедем, а ты? Я же просил немножко. Симочка, уже все видно. Симочка. А я интересная, не правда ли? Если вы хотите поцеловать меня, то попросите разрешение у мужа. Он, вероятно, позволит. Бретон, позволь мне почтительнейше прикоснуться к одной из лучших женщин, которых я знал. Многие считают меня ненормальным, но я разбираюсь в людях. Мадам, ваш муж, очевидно, ничего не будет иметь против. Позвольте мне почтительнейше поцеловать вам руку. Зачем же руку? Мы с вами просто поцелуемся. Ведь я вам нравлюсь. Я буду счастлив. Симочка, Симочка. Ты кардинал. И ты баритон. Поезд стоит здесь 5 минут. И эти 5 минут я буду стоять на перроне с пистолетом в кармане. И если кто-нибудь из вас выйдет, я застрелю того, ладно? Ладно. Ну и ладно. Симочка, мы выходим на следующей остановке. Симочка, послушай меня. Сима, Сима, Симочка. Баритон. Поцелуйте от меня кардинала. Уходит. Промчались годы славы. Молва о вас забыла навсегда. Но помню я, как больно, так сладко. Как может быть никто и никогда. Надежды луч проглянет на мгновенье, и снова ночь вокруг черным черно. Я знала вас